Всем привет, с вами Doom. Сегодня у нас обзор на фигурку от компании NECA под названием Predator Jungle Patrol Dutch. Выходило вообще две версии данной фигурки. Одна была Dutch был, не помню как же он назывался. То есть он был как в самом начале фильма, в куртке такой, с сигарой в зубах. Вот, но мне как-то больше понравилась вот эта фигурка Jungle Patrol Dutch. Купил я ее еще в августе, что-то не делал обзор, не знаю. Вот, собственно, она у нас, как всегда, 7-дюймовка. Давайте посмотрим поближе. Такой вот. Для меня лично это лучшая фигурка за 2013 год. Ну, в 2013 году я мало покупал фигурок, если сравнивать с 2012 годом, но вот эта фигурка самая лучшая. Компания NECA постаралась. Обычно у них 7-дюймовки не очень. Но вот эта фигурка высший класс просто. Все так проработано. Щетина, дача. Ну и очень похож на Шварценеггера. Ничего не скажешь. Такой вот у нас автомат с подствольником. Здесь пистолет, он вытаскивается. Нож. Здесь даже вот часы есть у него. Ну вот лицо просто выше всяких похвал. NECA вообще делали бы они всегда такие фигурки. Было бы очень круто. Такой камуфляж. И вот такие ботинки. Ну вот сейчас посмотрим высоту, как он с хищником оригинальным, собственно, со своим врагом из фильма. Вот такой вот хищник и вот дач. Сейчас вообще NECA выпускает очень-очень много фигурок по хищникам, я уж там даже не успеваю следить за ними, потому что там какие-то из комиксов уже начали они выпускать красные, зеленые, синие, там очень много всяких защитных цветах, там в инвизии и прочее. Как бы я уже перестал собирать, потому что не угнаться просто. Их там уже, не знаю, более 50 штук хищников всяких от NECA. Так что, не знаю, я как-то забросил это дело, купил, которые мне нужны. Так они у нас выглядят вместе с хищником. Два врага. Сюда бы сейчас еще музыку, тут та-да-да-да-да-да, Алан Сильвестри, которая в начале фильма. Ну вот, такие у нас два врага непримиримых. В общем, я фигуркой полностью доволен. Всем фанатам хищника советую к приобретению. Вот. Ну, собственно, и все. Это был такой быстрый обзор фигурки от компании NECA Predator Jungle Patrol Dutch. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!